Итак, всех приветствую на канале Экзотик Склад. Хотелось бы в первую очередь извиниться за долгое отсутствие. На это были свои причины. Просто не было возможности даже заниматься живностью в данный момент времени. Итак, перед вами муравьи вида Карибара диверса. Семья себя чувствует отлично. Как видите, ферма заполнена уже. И в ближайшую неделю, я думаю, приедет уже расширение для данной фермы. Вот, так что можете следить за развитием этой семьи дальше на нашем канале. Всем спасибо.